По настройке Волги в России. Чего они? Опять те хуя не применяются. Что за хуйня? Опять сбились. Что это за хуйня? Кто-то на моем ПК что ли сидит? И где игра что не запустилась? Кто-то вошел на мой Windows и играет одновременно со мной что ли? На мой аккаунт Стима. Чиновник какой-то пидорас, блять, залез на наш аккаунт Стима и играет одновременно на другом ПК через какую-то ебаную программу. Или ваш провайдер собственной персоны, блять. Потому что как это, блять, ну, сейчас настройки сбились. Вот. И игра не запустилась, просто был черный экран. Сейчас я настройки поставил на максимум, только что вы видели, блять. И они сбились, нахуй, моментально, просто бам! Кто-то, видать, залезает в Минду, блять, и играет незаконно, бесплатно, блять, на чужих аккаунтах. Ёбаный в рот, блять. Ну а чё это, как они могут так сбиваться? В Симе настройки, блять. И сервера иногда сети подключения слетают в России. Точно кто-то залезает, пидорас. Сейчас все стоит на максимум, показываю, блять. Только с вами настраивал. Чё это, блять? Такое, блять. Вот показываю настройки максимально. Разрешение максимум. Доп все на максимум поставил. Только это я только ставил. До этого слетело, блядь. Кто-то, блядь, ебаный щенок залезает на ваш Windows, походу. И играет в ваши игры. Сейчас посмотрим, здесь-то разрешение сбилось, нет? Потому что вот выдаются вот такие пуски нахуй автоматически, потом делаются опять серыми, потом опять разрешение в игры сбивается в Симе. Чё, блядь, происходит-то, ёбаный в рот? Охуеть не встать. Игры еще, блядь, не захватываются, как видите. Но это уже ОБС. Россия, блядь, страна дураков, ёбаный в рот. Напишем бы. Блэк. Что происходит, я не знаю. Не захватывается. Экраны, блять. Ну оно, хотя ОБС вообще не работает. Это не важно. Но тут настройки, похоже, не сбились. А что это зависит? Там слетают шейдеры, обрабатываются заново. Кто-то залезает, блять, либо делает, блять, эксперименты через наши Россия ебаные аккаунты. Себе достраивает, блять, проверяет видеокарты. Какие продавать, а которые нет в России, типа. Какие подешевле в России появились. Здесь ничего не сбилось настройка. То есть, ты как стояла, так стояла. Я смотрю, захватилось ли. А, захватилось, блядь. Ну, оно само не работает. Вот, показываю. Один хуй не работает. Вот такую ошибку выдает. Что с ОБСом происходит в России, я не знаю. Другая программа стриминская работает. А в Конге настройки не сбились. Сбиваются настройки в Стиме. Игр в некоторых. Что это за хуйня такая? Либо на аккаунты залезает, либо на Windows 10 залезает. Хуй пойми, что это. Сейчас настройки покажу. Тут ничего не сбилось. А в некоторых шейдеры заново в играх обрабатываются. В некоторых, блядь, настройки приходится заново перехуяривать. Что это такое?
Некоторые заново шейдеры обрабатываются в играх. Не знаю, ну тут как видите, разрешение не сбилось. Стройки. Ой, ультра стоит, ебанулся, блядь. Чё за хуйня такая? Потому что я на одном боссе, вот и ультра стоит, и чё? Я ультра настройки не ставил. Кто-то, блядь, эксперименты на моём ПК, что ли, делал, блядь. Не знаю, блядь. Кто-то залезает, наверное, на аккаунты, что ли. Я такие настройки не ставил. И они изменяются периодически. Кто-то, блядь, эксперименты, что ли, делает, блядь. Все деньги на этом зарабатывает. Я не знаю, совсем Россия это охуела, что ли. Или что это такое, блядь. Пусть компьютер, сука, покупай, пидор, ёбаный, блядь. Мне нахуй, что ты залез уже на моё железо и пользовался, блядь. Ещё с настройками играл. Чё это за хуйня, я просто понятия не имею. Чё это за хуйня, блядь? Я ничего не делал в этой игре, блядь. А настройки поменялись, блядь. Сейчас я их не применил, конечно. Потому что остальная вся игра тормозила, блядь. Кто-то эксперименты, что ли, блядь, делает на ПК. У меня такие настройки в игре не стояли, блядь. А они периодически то шейдеры обрабатываются в Steam, то еще что-то. Что это за хуйня такая? В России, блядь, происходит, ёбаный в рот. Чё это такое, блядь? ПК, сука, покупай, пидор, блядь. Залез ещё на чужое, наковырялся и вышел чиновник. Ёбаная харя, блядь. На чужом ПК. Думает, какие карточки, блядь, пустить в России, чтобы деньги сэкономить. Подешевле, наверное. Потому что в этой игре я тоже ничего не менял, блядь. Оно, как видите, поменялось. Чё это за хуйня такая? А то шейдеры начинают обрабатывать. Сейчас ещё войдём в игру, посмотрим какую-нибудь. Хотя не помню, какие у меня Lies of P настройки стояли. Давайте посмотрим, что будет с Lies of P. Или давай с Элдином. Элдин чем чаще ковыряет. Ну-ка. Ну или с... Ну с Lies of P я могу все высокие там поставить, неважно. Либо это по интернету так сбиваются настройки в Steam. Периодически сами. Потому что все там нагрузка сети на серверах Москвы сбиваются настройки. В общем, я понять не имею, что это такая за хуйня. Ну-ка, настройки опять не поменялись. Сейчас с первого раза игра хоть запустилась. Иногда она не запускается. Просто хуяк, и ничего не запускается у вас. А иногда вот так запускается. Чё это в России, блядь, происходит-то? Ёбаная Россия, ёбаная страна. Ты чё, блядь? Чё это такая за хуйня, блядь? Либо кто, если залезает, пусть платит 80 тысяч. Не работ в России, нихуя, тем более в Ярославле нет. Пусть Москва, сука, плати, сука. Кто залезал сегодня, блядь, экспериментировал с настройками, играл в мою игру, блядь.
минут 10, блядь. Плати 80 тысяч. Это мои файлы, не твои, блядь. Не принадлежат они тебе, нахуй. Крысёк ёбаный. Или чё это такое, блядь? Сбой с самих серверов Стима, что ли? Почему настройки-то да убияет? В игре, блядь. Чё это такое-то? Чудеса происходят. Разрешение сбилось. И разрешение всей игры сбилось. Охуеть не встать. Во всех играх нахуй. А я ничего не делал. Был гением. А разрешение все нахуй полетело. Ага. Россия, потому что у нас все мозги ебут. Или что происходит? Ебануться можно. А вы думали нет? Вот у нас Россия. Разрешение сбивает. Все нахуй сбивает. А Россия? Я ничего делал в Стиме, но разрешение нахуй в игре слетело. Представляете? Из-за чего, блядь, оно слетело? Непонятно. Оно слетело. То есть оно взяло и нахуй слетело. Все низкое стоит. Кто-то ковырял, залез на мой ПК, похоже, и ёбнул все разрешение даже. Кто-то. Кто, блядь, я не знаю. Ну кто-то, кому делать, нет? Кто-то. Кто-то делает. Чиновник, наверное, какой-то. Московский. Потому что я ничего не управлял. Прохожу в Steam, в игру, и там разрешения нет. Или провайдеры, ладно, экспериментируют. Я не знаю. И разрешение в Steam. Вы видели, какое стоит? Что это такое, блядь? Кто-то ковыряет. А кто не знает? Кто-то ковыряет. Кто, блядь? Кто? Я ничего не сделал с игрой. При этом, видите, все. Сбилась. Вот такие дела происходят в России. Ёбаный в рот. Россия, блядь.